Беларусь и Германия открывают новую страницу в двусторонних отношениях. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на встречу с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В Беларуси впервые он получил эту должность в начале года. Ранее занимал пост министра экономики и энергетики ФРГ. Белорусско-германской дипломатии в этом году четверть века. Положительная динамика в политических отношениях отражается на экономике. В прошлом году Германия заняла 4-е место по товарообороту. Он превысил 2 миллиарда долларов. В этом году взаимная торговля выросла более чем на 25%. В Беларуси свыше 300 предприятий с немецким капиталом и 90 представительств различных компаний. Во Дворце независимости сегодня обсудили широкий круг вопросов, включая развитие политического и экономического взаимодействия между странами, затронули дальнейшие перспективы, а также международную повестку дня. Глава государства особо отметил вклад Германии в урегулировании конфликта в Украине. Много говорят в прошлом о наших отношениях, о негативных фактах и факторах. Это правда, но в Минске, если вы внимательно пройдетесь по улицам, внимательно посмотрите на дома, вы увидите много того, что в положительном плане характеризует наше государство. Время идет, оно меняет многое, точно так и в современном мире наши отношения меняются с течением времени. Я очень хочу надеяться и почему-то уверен в том, что мы открываем новые страницы в наших отношениях, направленные в лучшую сторону. Я хочу вас, прежде всего, поблагодарить за наших детей, которые ежегодно тысячами отдыхают в Германии с районов, подвергшихся Чернобыльской катастрофе. Я также благодарю вас за ту технологическую поддержку, которую вы оказываете нашей экономике. Почти весь импорт из Германии – это высокотехнологичное оборудование, это технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое дальнейшее продолжение на более высоком уровне, экономическом уровне. И я бы предложил вам повнимательнее отнестись к развитию свободной экономической зоны «Великий камень», который мы создали под Минском, и предоставили там самый льготный режим для инвесторов. Германия может внести великий вклад в развитие послевоенной истории, в современной истории, если она настойчиво будет претворять свою линию в жизнь по нормализации отношений на востоке Украины. Мы действительно имеем там много проблем, и после встречи здесь, в нормандском формате, но тем не менее там нет войны. И если бы руководство Германии не заняло жесткую позицию в этом вопросе, там бы до сих пор тысячами гибли люди. Отношения между нашими странами переживали действительно страшные времена, а сегодня оба государства привержены миру. Может быть, такое небольшое государство с 10-миллионным населением, которое находится по соседству с крупными странами, пройдя через такой исторический опыт и предназначено больше всего для того, чтобы в случае возникновения конфликтов в других странах играть роль посредника. Именно поэтому Минск стал такой прекрасной площадкой для переговоров в формате «Нормандской четверки». Вы абсолютно правы, когда говорите, что тогда нам удалось предотвратить войну. И мы очень надеемся, что Минск и дальше будет продолжать играть такую важную роль.